с Питером в Москву, чтобы показать им новый звук. Я не знаю, куда я приду, но знаю, все дороги ведут в клуб. Я прыгаю в тах. День все поздравьте его. Зову Катю, Машу, Таню, Фалю и каких-то двух. Сказал имя наука, ведь не запомню ни одну. Но что запомню точно, так это только все твои тату. Я иду сейчас на завозик, на ЦУМ. Надеюсь, что-то словить там хорошее. Подписывайтесь на вот этот телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь на YouTube. Ставьте лайк. Всем жирных уловов. Всем приятного просмотра. Берите что-нибудь покушать. И погнали. Да хуйня, ничего нет. Кто там? Там кепка Гуччи лежит. Блять. Алена. Ты ебать, как ты находишь нахуй? И вот что. Джек и кто там? О! Бля, стой. Ты что, ебанулся, как ты это находишь? Так это все равно там лежало, три подряд. Ну надо биться, ОГ. Пока что не выкидывай. Хорошо. Итак, пацаны, всем доброе утро. Время 7:10. Я поеду сейчас на бегемот. Иду сейчас до самокатиков.
Также хотел сказать, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Всех поздравляю с концом учебного года. Все, каникулы мы дожили. Теперь можно спокойно гонять на завозы. И я как раз таки поехал. Что-то никого нету. Бандуешь на сцене, да это легко. Дерьмо в стакане, я иду на дно. Мои деньги рядом, и мы заодно. Но твои деньги в жопе, они далеко. Сэндри, буши машина не Бентли. Буши растет, какие мои проценты. Третье лето подряд, тянусь, я заберу целых 10. Они не додумали сами до этого, и это их бесит. Богатые о мире читают на фонг, я читаю тренды. Но я дважды срал на все это дерьмо, я крутой перманентно. Они все мне завидуют, верните платину. Они не могут ебать так как я. Крысы завидуют, крысы боятся. Порву ваши жопы раз и навсегда. Фантуюсь на сцене, да это легко. Дерьмо в стакане, я иду на дно. Мои деньги рядом и мы заодно. Но твои деньги в жопе, они далеко. Они как будто пиздец. И посмотрите, блядь, жир завоза нахуй ловит он. Не, мать, блядь, жир. Может, не их примерить по приколу? Чё по бирке? Пиздай. Это моя тема. Ну вот это вообще опиум. Бля, это спайс. Вообще посередине у какие-то застёжки по бокам. Это вообще лютый спайс. Они должны... Посмотри, тут нихуя нет внутри. Не, вот бирка есть какая-то. Оригинал. Made in Turkey. Да, прикол, сейчас забрал радость. Турлики, ну я не знаю, блядь. Да нет, это хуйня. Как будто паленая. Посмотри. Посмотри, блядь. Тут это, блядь, на кого? Как минимум вот это вот смущает. Че за хуйня? Да, это вообще смущает. Это за лук у нас. О, реактивный капюшон. Слышишь, смотри, какой капюшон здесь? Это Элис? Да. Прикольно выглядит. Не, забираю. Забрать? Да. Думаешь, она продаст? 1004. У него дырка внутри, кстати. Пиздец. Еще есть? Есть. Я его кого-то ебали внутри. Ну, он такой... Ой, бля... Ну, мембранца, ну, хуйня как будто вообще. Да не, это хуйня. Ну, прикольно выглядит, но если бы он цел, то было, это нормально. А так, еще какие-то хуйни на нем как будто, блядь. Да, не бать, это вообще ужас. Это что? 1000 рублей за эту хуйню, вы че, блядь? А, ебать, она еще такая оригинальная. А, нет, оригинальная. Так, сейчас я в группу сниму. Элис, Элис, дикий жир, завоза ловит он нахуй, палёный, блядь, уже. Так, пацаны, всем доброе утро, мы едем на завоз Вадлер, время что-то 7 утра, я сейчас поеду до вокзала, оттуда уже похасаним. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании, всех поздравляю с окончанием этого года и с первым днем лета. А я еду на завозик. Так, пацаны, что-то погода не крутая. Первый день лета, вот. У него день рождения, все поздравьте его в КТГ-канале, чтобы все было с кайфом. На ТГ-канал будет ссылка в описании. Нихуя себе. Я долбоёб. Неплохо. Видишь?
Они боятся. Штаны стонет. Типа вот так. Лайл, дочь Габанджи. Штаны. Все, Артур Стоун, скоро новое видео. Я бы тебе раздал, но так как мы не встречаемся, я тебе не раздам. И попутал, ничего. Я не знал, что это ваше. Да. Это для секса подойдет. Что полтан? Нихуя не. Так, пацаны, доброе утро. Время 7:20. Сейчас иду за самокатом. Еду до этого, как его, до ЦУМа. Там завоз. Желаю всем приятного просмотра. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка будет в описании. И погнали. Итак, вот мегахенд у нас. Флаг. Работники стоят, машут. Блин, меня тут зажали, парни. Блин. Так, людей много здесь и стоят на завозик. Мне пацан стоял, доказывал. Выйду, пойдем. Выйду, I'm gonna rap, I'm gonna jazz.
be loud. Bitch, you know this get insane, you could fucking die. That's a good of a villain, you got fire guy. I'm a fire guy. All this out of good and watch the grease, I'm slipping fire guy. If you got no head, I got no bang, you can't even fuck with us. You got your story, I got no bang, you can't even fuck with us. There's some haters that ain't fucking with the mob. Bitch, you fucked it out with me, that's not my job. Nah. I'm up on it, do a jump and do a jump. Bring it, pull up with the blink, yeah, we gon' spread ya. Fuck it, so below this upper rim. Бля, ну ты фраер. А ты не перестал, да, подкачивать? Нет. Куда? Это мой завоз. Ой, да-да, добро. Да ты чё, гондол? Ебать, ты хитрый, бро. Что, хитрый? Ты хитрый, блядь, подошёл в мои шорты, смотришь. Сука, неудобно, нихуя. Подвинь все туда вещи. Что за хуйня нахуй? Хуйня, ничего нет. Ты... Хуйня, блядь, палёная. Вау. Это Олегов, Олегов. Он не шарится. Да ну на. Всем привет. Забирайте. Да нет, я сомневаюсь, что это оригинально. Но это не оригинально. Конечно. О, Семен. А это полшарк. Полшарк. Да это и клетка, да. Все, короче, еще нет. А сюда просто никто не забирайте. Миша, ну покажи нормально. Блять, заебал ты меня. Просто можно посмотреть? Я тебе потом вообще не покажу. Я почему? Что я, блядь, сделал? Ты нихуя не смотришь, все уже посмотрели везде. Лежу сюда, иди. Бля, какого ебанца? Вот у меня две. Где Свят? Где Свят? Всем доброе утро. Время 7 с лишним. По московскому времени 6 с лишним. Сейчас иду на завоз вот в таком городе в другом. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка будет в описании. А я иду. Короче, вот мы подошли. Где вам, как вам показать? Вот. Вот мой кентик стоит. Будем залетать сейчас на завозик. Куда летим по ноге? Не толкай. Не ломай. Не ломай, я не хочу. Не ломай, не хочу. Мешок тебе мешок заложил? Мешок не Я кручу в четыре руки, как горло. Я постоянно кручу, слепу, да как йо-йо.
сказал йо-йо. Убил бит, одна жизнь, это ело. Узнаваемый рэпер знает весь город. Ее к моему против, она сказала кило. Не будь в тюрьме, но в трепе я точная корона. Вопрос, если вы будете морчик, мы во всем. Я делаю горячо, как пиу. Если на гэнг, они делают тиу. Если ты мамонт, я тебя кину. Мои денежки танцуют, напоминают инстрину. Бро, ты вынул шопер, палишь на витрину. Воплотил мечты в истину. Сделал себя своими руками, я еще не проглинул. Заработал за два дня два ляма, мама такая дану. Мне скучно просто читать, я специально шафло ломаю. Я дал концерт, а сейчас пишу сюгурама, я не устаю. Мои пацаны, бля, волки, я привел сейчас с собой стаю. Влил себя ебаную четверку, я ща еле стаю. Сказал левой суке, что люблю, но я ел гу. Да, я плохой пацан, я просто дал ей на зуб. Она хочет факаться, сикбойс и рандом крю. Веду себя, как подобает Will Kazlu. Да, я вырос на блоке, если стяну. Ебать, я там просто как торпеда, нахуй его. Как бы уже похуй сейчас. Не, ну женский нацеты. Тут типа что-то может быть нормально. Вот ты сначала смотри. Рандом. Просто у нас стоны очень часто в женском падают. Ну, я здесь ничего нет. Не знаю, я Адик прикольно взял. Блять. Вот Адик еще. А, вот этот. Смотри. Да за лупа не играет. А вот тут нет кипятка? Я лучше посмотрю. Я вот это взял. Ну, это хуйня, блин, теперь не ходит. Что это? Итак? Стол, блин. Кархарт? А у тебя? Да у меня хуйня ебаная. Что это? Астралус ебаный. Ты Кархарт? Он как это взял? Да похуй на как. Ты еще, блядь, стоял, что-то думал? Я бы ее взял, но только остались 400. Да ну нет. Иди, смотри, ну туда, смотри, ну. Вот сюда, вот сюда. А я не знаю, где они. Они, по сути, здесь вообще. Стой, подожди. Подержи его так. Прям так крышит, как там. Ну да. Поебануть. Вроде нормально. Ну, вроде да. А что за шарпы? Просто ральф. Они, по-моему, паленые. Плавательные, типа. Да, но они паленые. На Мегу надо было ехать. Что там вообще, мне кажется, пиздец был. Там толчкучка и ебанута. Там, да, стоят из 4 утра. Да плохо, нормально. Сусеку не надо, конечно. Короче, пацаны взял вот такой Кархарт. Кохолистая такая новенькая. Тут какие-то джинсы жесткие и еще качет. Итак, парни, всем доброе утро. Время 5:40. Идем на вокзал на электричку, поедем в Адлер. Думаю, завоз сегодня нормально будет. Потому что следующий завоз был в Тольятти, с моего родного города. Я туда что в самолете летел для завоза. Вот я в очках, нормально все с глазами, но глаза что-то ослабели.
приходится в очках ходить. Ладно, что много говорить. Подписывайтесь на телеграм-канал, который будет в описании. Также, если я не поленюсь, я сделаю вот здесь вот фоточку тут. И как-то так. Все, кто смотрит удачных вам завозов, чтобы все нам было вели. А я погнал. Блять, и бренд даже не скажет. Реверисон-то охуеть. А где вещи, блядь? Что за хуйня? Ну тут я только набираю пока что вещи всякие. О, прикольный худак, ну маленький. Адик. Мне маловат. Значит, скидывай. Тебе скинули, вот это и скидывай. Да, да, скидывай. Потом. За 2 сотки. Смотри нахуй. Не, давай просто. Ну так 600 стоит, ему цена. Я тебе фредаки продам. Ебать, это что, бро? Продавай. Ну, а ты мне дашь. Ты в воскресенье, завтра он забирает? Должен забрать. 100%? Ну, должен. Он сразу написал. Бабки? Нет, он сказал, Авито 7 тысяч. То есть тебе 6, а остальное мне там проценты. Ебать, он по Авито будет смотреть? Ну, я вот не знаю, да. Пусть припеем, блядь, заказывает. Он так, он с Донецка. Ему, а короче, по Авито давай, у него дед какой-то закажет. С деком давай. Там есть деки в Донецке? Нет, где нахуй по Авито, блядь? Почему? Лучше так продам. Почему? Потому что... Почему? Там они все в дефектах, он, блядь, не знает об этом. Ему детальные фотки скидывал. То, что там дырка одна. Ну, он сам мог пострелить. В смысле, ты говоришь, сейчас он увидит, что там дефект? Ну, он точно знает.